там Игоря в районе. Меня можно по дворе пройтись. Никто ничего не скажет. А здесь такие шикарные дома. Скорее всего, что здесь есть охранники. Надо идти там? Надо идти здесь? В Москве есть район, будешь там, вот просто сходи, вот посмотри, да. Есть в Москве район Остоженка. Там, блин, вот такого же стиля там, вот такого плана. Только еще больше. Ну не знаю, может здесь тоже еще больше. Это ничего, да, что я снимаю, да, вообще? Это же, в принципе, не военный объект, правильно? Мы с Игорьком целый день по Лейпцигу ходили, там снимали. Одной рукой Игорек, одной я, блин. Мне там понравилось. Центр. Город сам внутри нет, центр. Не, ну скажи, классно здесь. Классно, вообще так, такими частями. Честно, по правде, классно, нравится, да, правильно? Да. Я сама снимаю. Хочешь снять? Вот это, да, я не знаю, как таунхаусы называются или как. Вот это самое, да, в смысле, вот самое-самое. Вот в Лондоне вот такие вот места. В плане высотные здания, которые вот то, что вот есть такие совсем высокие, там по 20, по 30 этажей. Это гораздо меньше ценится, вот это гораздо дороже. Там же написано просто, да. Штильбау. Что? Модерновый дом. Самый новый. Тоже, наверное, полукруга. Ну, вот бы в таком доме квартирку. И вот бы в таком доме квартирку. Дай бог купишь, идем отсюда. В Германии собираемся. Почему? Здесь бессмысленно покупать. Почему? А зачем? Чтобы больше налоги платить? Ну, почему больше налогов? Здесь же не дороже, чем везде недвижимость. Вот в таких вот, домах гарантирую. То, что не знаю, говорить не буду. Я то, что вот говорю, то, что знаю. Вот в таких домах в центре Москвы, вот, допустим, в таком же районе, но в Москве, или в Лондоне, будет намного дороже квартира стоить. Ну, минимум здесь в два раза будет дешевле. Железно. Знаю, что говорю. Ну, здесь однокомнатная квартира, там примерно 60 квадратов. Вообще в этом районе где-то так около... В среднем 90 тысяч. Где? Вот в этом районе? Ну, вообще этот вот... В среднем от 70, наверное, до 150. Однокомнатная. О, Мазерати. Видишь? Машина тоже соответствующая. Конечно. Если у него есть деньги на такую квартиру. Дом, в котором нет углов просто. Классно, да? Красиво, нет? Углов, да. Куда пойдем? В ту сторону пойдем, да, наверное? Какой-то тупик.
Не, наоборот, там хуже. Идем, идем оттуда. Мы выйдем в тот район, я тебе точно говорю. Там тоже выйдем. Ну, тоже что-то интересное смотрю. Идем отсюда, если ты не против. Там у нас вот многие говорят, что очень-очень многие, те люди, которые были там, говорят, Берлин круче, чем Париж. Не знаю. Ты сейчас скажешь, на путь смотреть, товарищи, нет. Но реально так люди говорят. Я не от одного человека это слышу. У меня подруга в Париже живет. Я вот там оставляю фотографии, я в Берлине там разные. Вот что мне понравилось, я фотографировала там, оставляю фотографии. И она свои. Блин, я здесь уже 2014 год. Но такого, такие красивые здания, такого красивого места таких нет в Париже. Здесь новее, Берлин новее. Париж не Париж вот такого модернового. Там, насколько я знаю, в смысле там, я весь Париж так не знаю, везде там как бы. Вот это тоже жилой дом. Видишь, написано Living House. Офигительно, да? Поняла, да, уже где? Да. Вон там тоже высокий райончик. Видишь? Да, откуда мы вышли. Там стройка. Везде, да, так, старый с новыми. Если вот в таком, например. Что? Мита за квартиру. Ну, за одну комнату. Примерно. Будет там 1000. Так то 1600. Это видишь старый? Изменен. Да-да. Вот мы примерно туда и выходим, да? Угу. Вот какая-то красивая вообще в самом верху. Вот там самая дорогая. Да, верхний даже, да, пентхаус. Да. В смысле?
свобод. Книга «Экскурс свобод». Вроде улицы идешь и смотришь, вот, допустим, видишь, это новые дома, там новые. А почему эти оставили старые? Есть такая... А, да? Да. С чем это связано? Почему? Что там было в этом здании? Ну, вот эти, конечно, здания, которые мы сейчас все обошли, они, конечно, явно вот там все это конечно, не из гитлеровских времен. Это явно. Это новый. Мне тоже нравится. Моя любимая машина. Да? Бэха пятерка. Я бы ее бы имел, не этот Мазерати, который там был. Да, нафиг это. Служим как бы. Снимают. В каком месте? Мы здесь тогда были? Или где? Там, где я взялся. Там ровно мы покупали. Мороженое забрали. Мороженое где мы брали? На дорогу там. На той стороне, да? Подожди, я ничего не понял. Мы откуда шли сюда? Вот оттуда, там знали. Мы там шли, по той улице. С той стороны сюда, да, мы шли? Да, с той стороны там шли. Так тогда сейчас куда пойдем? Туда? В кадр лезут, хотят знаменитыми стать. У меня есть парень здесь знакомый, русский. Он куда бы ни ездил, там, в Италии, а где там только не был. Постоянно снимает там какие-то короткометражные фильмы. Ну, без слов, там музыка просто. Тоже вот такие вот разные знания, все. И выставляет на YouTube. Я на YouTube не выставляю, но снимать тоже люблю. Хилтон. Я работал в Хилтоне в Израиле. Хорошая марка, такая крутая. Дорогой? Дорогой. Есть еще дороже. Шопинг, это что? Так не пойдем? Нет, денег поиск интересно. Продолжение следует...
торговый центр, что мы там проходили его. Мы по какой улице шли тогда, скажи мне, именно вот по той? Следующая. Ага. Ну они так и идут все. Сними-то все слева едем. Фрау Меркель. Тоже здание не слабое, да? Старое. А, нет. Ты про него договаривала? Ты говоришь, что в смысле? Или где-то здание? Ты говорил, что у него крыша как бы это... Ты говорил, здание старое, крыша как... Ну, не это разве? Нет, это как... Откуда? Может, пойдем в ту сторону? Там стояли так. Оно, оно. Оно? Да. Куда? Не знаю. Куда скажешь? Куда? Туда прямо, да нет?